Сегодня был не я на кухне, а жена. И приготовила она очень вкусный баклажан. Я попробовал, это было реально вкусно. Главное, она не парила. Сначала обжарила, потом на салфетку, чтобы ушло масло. Короче, я снимал видос, как она делала. Делала она так просто, баклажаны нарезала слайсами. Красный перец также. Соль, перец, сухой базилик и итальянские травы. И в духовку на час. Короче, рецептик оставлю в описании. А заправка: растительное масло, яблочный уксус, чеснок, 1/3 чили, перец, соль по вкусу. Ну и, конечно же, много зелени, петрушка и укроп. А приятно, когда ты снимаешь, а жена готовит. Теперь в удобную нам посуду выкладываешь слоями перец, посыпаешь зеленью, потом баклажаны. Да, друзья, чуть не забыл, туда идут грецкие орехи. Грецкие орехи пропустил через блендер. И все вот так вот посыпал обильно. Все вот так вот проделал с несколькими слоями. Все залил нашей вкуснейшей заправкой. И снова посыпал зеленью. Баклажанам очень, кстати, нравится петрушка. Очень хорошее сочетание. Пускай немного остынет и в пленочку, и на часик в холодильник. Приятного всем аппетита!